Сморила, да? Бу. Привет, Сэм. Эту новость ты должен услышать. Я узнал ее недавно, благодаря тому, что ты расширил хиральную сеть. Она связана с ББ. Я все раскопал сам, имей в виду. Не почему-то указанию. И если кто-то спросит, вали все на меня. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты просто слушал мою болтовню, ясно? В общем, похоже, Бриджес был не первый. Кто занялся ББ? Первыми были сепаратисты. Террористы, боровшиеся с расширением UCA. Они начали применять их примерно 3 года назад. Примерно в то время, когда Бриджес-1 собирался отправиться на Запад. Похоже, у сепаратистов тоже были проблемы с тварями. И они решили, что им удастся натравить их на нас, если они смогут их отслеживать. Когда об этом узнал Бриджес, было принято решение вышибать клин клином, использовать ББ в качестве контрмеры. Возможно, что твой был создан именно для этой цели.
И судя по тому, что послужной список ББ-28 исчез, кто-то пытался это скрыть. Мне всегда казалось странным, что мы используем технологию, которую практически не понимаем. И теперь мы знаем почему. Мы с самого начала копировали чужие методы. И еще кое-что. Насчет первых экспериментов с ББ. Насколько мне удалось понять, они, похоже, начались примерно в одно время с выходом смерти. Их проводили на острове Манхэттен, у восточного побережья, который, судя по всему, был полностью уничтожен в ходе выплеска пустоты. Тогда эти эксперименты проводились при поддержке и с одобрением американского правительства. Я предполагаю, что программа Bridge Baby была задумана, чтобы попытаться лучше разобраться в природе выхода смерти. Однако из-за проблем, связанных с этикой и безопасностью, общественность была резко против этого проекта. И все же работа была продолжена, и они, отчаянно пытаясь разобраться в величайшей катастрофе нашего времени, вызвали еще одну. Нужно также сказать, что при взрыве погиб и сам президент. Именно после его смерти, когда его сменила вице-президент Стрэнд, она своим указом приостановила эти эксперименты. Документы были уничтожены, центры закрыты, и все сделали вид, что никаких ББ вообще не существовало. Но возникает вопрос, как сепаратисты сумели восстановить эту технологию десятки лет спустя? Я сообщу тебе, если найду что-то интересное. Сэм, просмотри список заказов в терминале доставки. У жителей горного узла есть одна проблема, которой нужно заняться. Из-под земли рядом с городом вырывается вещество, похожее на смолу. Его становится все больше с каждой минутой, и скоро оно хлынет в город. Нам сообщают, что языки уже видны внутри внешних стен. Если ничего не предпринять, в ближайшем будущем город затопит море смолы. Пришел заказ из горного узла. Загляни в терминал доставки. Это оружие можно зарядить гематическими патронами. А еще у него есть точечный прицел. Для удобства стрельбы. Предупреждаю, Сэм. Корпус бомбы с антивеществом не предназначен для длительных перевозок. Магнитные захваты, которые сдерживают антивещество, хрупки. Они могут не выдержать сильного удара или даже тряски при ходьбе или неосторожной езде. Если с корпусом будет что-то не то, сработает тревога. Постарайся этого не допустить. Потому что если бомба рванет, это будет катастрофа, от которой мы не оправимся. Thank you.
Спасибо за ваш вклад. Интересно, кто-нибудь видит?
Вы что такое творите, Бриджес? В сети, которую вы создаете, полно всякой дряни. Мерзости, от которой хочется держаться подальше. Я думала, что вы это уже поняли. Нам не нужна ни ваша хиральная сеть, ни UCA. Этот голос. Мама, это ты? А, мама, ты головой ударилась? Я не ваша мать, а ваша вообще не мать. Ладно, мама, перестань. Кажется, вы не слышали меня, мистер. Горный узел говорит, чтобы вы проваливали к черту вместе с Юсей. Если вы не прекратите это, то просто устроите нам новый выход смерти. Мы вас не приглашали, и ваши советы нам не нужны. Мы сами все решим, спасибо большое. От вас нам нужна только доставка грузов иногда. Ничего больше. Ты говоришь от лица города? Да. Я тут главная. Меня зовут Локни. Локни, подожди, я хочу поговорить. Ты же техник, так? Слушайте, валите и не возвращайтесь. Да послушай ты, мне нужна помощь. Бриджес, вы нам не нужны. Вы только все портите. Извини, что все так вышло. Там она босс и не боится устанавливать свои правила. Она нужна нам, и ее люди тоже. Мы и так потеряли слишком многих. Без горного узла мы не сможем завершить строительство хиральной сети. И что теперь? Дело вот в чем. Сэм, Локни, сестра-близнец мамы. Она из Бриджес-1, ушла потом на запад. Вторая группа совсем как мама. Мама, конечно, не настоящее имя, ее зовут Малинген. У обеих дум способности и обе гениальны. Главная специализация мамы – прикладная физика, у Локни – теоретическая. Мама создала железо Кьюпида, Локни – программы. Они говорили, что могут общаться на расстоянии. Что между ними особая связь. Не знаю, как это возможно, но скажу тебе так. Без них не было бы никакой сети.
Они были так близки, что говорили, будто это один человек в двух телах. Может, именно поэтому они сумели создать Кьюпид. Но после инцидента с Малингин они поссорились. Локни ушла из Бриджеса и порвала с нами. Подробностей не знаю. Но если мы не вернем Локни, наши планы по объединению Америки рухнут. Нет, я не прошу тебя совать нос в их личные дела. Но если это сделать, это помогло бы нам привлечь Локни. Ведь если мы не вернем Локни, все наши планы по объединению Америки рухнут. А пока что, если у тебя есть интересные идеи, можешь их опробовать. Отлично. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Thank you.
Thank you.
Пора идти.
Сэм, у тебя началась анемия из-за кровопотери. Сделай переливание крови или отдохни, пока не вырубился. Сканирую удостоверение, принц. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Сэм, мы... Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.